Идея постановки жертвоприношения возникла задолго до замысла Истории, чем затронула мне тело гармонии невозможной без жертвы, двойной зависимости любви, взаимной любви. Почему никто не хочет понять, что любовь может быть только обоюдной, иной существовать не может, и в иной форме это не любовь. Любовь без полной отдачи – это не любовь, это инвалид, это пока ничего. Меня в первую очередь, прежде всего, интересует тот, кто готов пожертвовать и своим положением, и своим именем, независимо от того, во имя духовных принципов, во имя помощи близкому или собственного.
собственного спасения или того и другого вместе приносится эта жертва.